Хейвей, это Uncharted, и мы продолжаем Нейтана Дрейка ведь. Короче, нам нужно в отель. Здесь есть стрельба, предательство, и эти опачки. И бандюки. Надо, наверное, чуть-чуть громкость не снизить сюда. Оп. Они где-то здесь! Хе-хе. Я просто в прошлой серии, по-моему, спускался. Если есть возможность, так сказать, стрелять из защиты, я подумал бы... Ой, черт. Ага. Гранату-то он не докинет сюда. Готов. А, все? Вы кончились? Я могу спуститься? Нет, ты смотри-ка. Ох, кстати. Ой, вот чувак со щитом мне. А я гранаты кинуть не могу, да? Нет, блин, мог. Косяк. А нет, не косяк. Нормально, как и планировал. Я так и хотел кинуть. Это прям часть как будто более экшоновая, чем прошлое. Ну, конечно, тут и антагонист посуровее. Некий Лазаревич. Блин, надо было еще, да, повисеть? Ну, ладно. Откуда стреляют, я не вижу. Офигеть! По колокольчикам всем. Ау. Нет, я не хотел щит. А если возьму? Нормально. Серьезно, зацепил? А, это оглушающая была. Все, окей, фуф. А где она? А, мне же ее впустить надо было. Я что-то забыл. Ну с кем не бывает. Нейт, открой дверь. Назад. Ты мог. А как там ее не задели? Я смотрю, обошлось без меня. Да. Но дальше, скорее всего, мне нужно будет либо подсадить, либо чтобы меня, либо чтобы я. Скорее я буду подсаживать, понятно. Какие виды? На такую роскошную задницу просто грех садиться. Держи! Вот видишь, как много от меня пользы. Именно что вижу. Так, ну тут не понимаю. Теперь понимаю. Идем сюда. Куда сюда? А, прям удерживать? Ну давай. Да, все. Сам делает. Давай. Ладно. Уже почти. Не хочу. Это было благородно. Всегда, пожалуйста, обращайтесь. Это было странно, ладно. В целом, я не уверен, что надо было так делать. Но им виднее. Глава 6. Крайние меры. Повстанцев вон. Похоже, дела у повстанцев совсем плохи. То есть повстанцы прыгают, и нам придется драться, да? Та-та-та-та-та-та.
Я хочу спрыгивать, я сейчас спрыгну, со всех щелей полезут. А, ну ладно, катсцена. Катсцена, ладно, катсцена можно. Их слишком много. Да? Я думаю, лучше подобраться с другой стороны. Лучше обойти этих ребят. Извини, ты что, собираешься взорвать эту гранату? Так точно. Думаю, зайти с той стороны и дать им прикурить. А с ним что прикажешь делать? Это твоя забота, милый. Разберись с этим парнем. Только без шума. Без шума? Без шума? Да. Может, не стоит? Поиграем в войну? Ты что, рехнулась? Вумен. Вумен моменты. А как его убрать без шума? Вроде стелса нет. Ну, почти нет. Получилось. Тут кто-то есть? Нет. Никого нету. Знак вот этот я понять не могу увидеть. Вот этот. Тоже УЗИ ниндзи. Я молодец, я встал рядом с взрывоопасными бочками, рядом с машиной и стреляю. Понятно, черненький просто прочнее, типа. Да, нет. Спасибо, что прикрываешь. Я понять не могу. Вот с этой же стороны откуда-то он стреляет. Вот ты где. Готов? Сидят, что-то стреляют, что-то. Мешают, понимаешь? Вот, в этой игре есть кувырок, в отличие от чертова каталиста. Да и битвы с боссами тут интереснее проходят. И тут и боссы интереснее, и битвы с ними проходят интереснее. Я запутался. Что за оружие я подобрал, что сбросил. Вот черт. Подкрепление. Где? Не машина же? Назад. Чего? Выжили? Не круто. Сколько солдат он нанял? Я понял. Но это прям напрашивается. Приблизить нельзя, да, никак? Просто... да. Угу. Все? Вот я прям уверен, что кто-то еще есть. Да, вот он. Засранец со щитом. Ладно, ты не со щитом. По попе. Да, вроде бы это все. Вот гостиница. Надо придумать, как влезть на крышу.
Давай придумаем, как влезть на крышу. Я только не до конца понимаю, где вот гость. А, все, я вижу. Я понял. Ладно. Натаныч, конечно, прыгает мощно. Такие виды. Ну что? Я уверен, что они придумали тему с подсаживанием только из-за модельки. Залезай. Хлои. Ладно, вроде путь свободен. Ну что, есть другой вход? Отсюда нет. И зачем мы забрались, если здесь нет другого хода? Очень хитроумно. Да, я же уверен, что эти штуки надежные. Точно меня вы... Нет. Собака, я не туда хотел прыгнуть. Тут вот с прыжками немного странно в сиквеле. Не, блин. Давай так. Оп. А, она сейчас так же будет? Чем она там занимается? Что за звуки, блин? Я у Ешки получше. О-оу. Ну черт. Согласен. Блин, то хотя бы спрятались бы, чтобы выстрелить слепую закрытие. Он просто очень бронированный. Да, бритьё и стрижка. Сюда. Недорого. Бритьё и стрижка недорого. Не уж. А музыка будет? Как-никак. Лифт. Что это? Да, мало приятно. Попали в генератор. Помоги. Опять лезть? Нейт, давай! Не пойдет. Придется включить его, чтобы открыть. Подождешь? Да, жаль, почитать нечего. Ох. Похоже, выключатель на верхнем этаже. Да хорошо, что есть картинки. Подожди, я сейчас. Как будто она может оттуда выйти. Какой подожди. Отлично. Света, нет, девчонка в лифте. Я не удивлюсь, если за углом окажется зомби. Смешно. Вот это мне и надо. И... Серьезно? А Нейт отчаянный парень. Типа, я бы на такое не пошел. Очень отчаянный. Ну, будем честны, у меня и силёнок не хватит так делать. Смотрите, блин. Заходим внутрь. Какой нафиг заходим внутрь? А все, ты всего один там был? Ой, нет, он был там не один. Ну здорово. Тихо! Я, короче, буду тут стоять, все, никуда не иду, ждем их. Никто не идет. Ладно, тогда мы пойдем. Это мы возьмем. Это нет, нет. Не люблю дробовики. Я надеюсь, что последняя миссия не будет опять драка на дробовиках. Хотя вроде тут у злодея самого дробовик, так что
Ай. Он здесь. Берегись. Да мне. Может, мне вниз надо было? А я затупил? Он где-то здесь. А может и нет, может, все правильно сделал. А, ну все, получается, я... Ой, черт. И что мне сделать? Тут явно куда-то в другую сторону. Так близко, так далеко. Ладно, видимо, нам нужно еще немного побегать. А, это шутка? Черт, спасибо. Это было неожиданно. Я думал, он зацепится. Он такой, нет, и до свидания. Что? Ладно. Делать? Нет, 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 держимся, держимся. Я так понимаю, что мне нужно запрыгнуть на эту штуку. Что ж ты, Нейт, в прошлый раз-то этого не сделала? Ну, вот он. Тебе крышка. Дайте две. А то у Кока-Кола небось акция проходит, две крышки по цене одной. Ну. Ты что, там забыл про меня? Не-не-не. И я. Нашел. А, как мы будем выходить? А, все понятно, как мы будем выходить. Это мне не надо. Ну, запускаем. Все? Ладно. Я ждал чего-то эпичного, типа замыкания там. Почти на месте. А куда нам дальше-то? Я вообще не представляю. Но! Ну, смотри, сюда она не идет. Значит, нам надо не сюда. Ну, не вниз же, я внизу не видел, как пройти. Хлоя, ты не подскажешь, куда нам надо? А, все, я понял. Спасибо, Хлоя. Поехали. О, по-моему, ты слишком увлекаешься. Ни капельки. Интересный метод взбираться по лестнице. Мы могли на лифте доехать, ну ладно. Блин, выглядит, конечно, красиво. И при этом это выглядит как именно построено, а не рисунок. Вот типа вот там еще может быть рисунок. Но вот это явно... Блин, круто, молодцы ребята. Прям запарились. Приятно, приятно, когда идет проработка полная. Я не до конца, по-моему, понял, куда нам надо.
бывает, ты не подскажешь? Типа, нам нужно на крышу отеля. Мы же на крыше, нет? Отеля. Или нам нужно еще выше? А, нет, слушай, там еще выше есть. Значит, надо как-то забраться, скорее всего. А, нет, все нормально, все так и надо было. Я ж испугался. Нейт суицидент. Я взял, выпрыгнул. А, все, да, вот теперь мы точно на крыше. Но мы на крыше не того отеля, да? Нам нужно на соседний. Понял, эти. Нет. Что тебе нужно? Тут очевидно же, что. Лоя. Я не понимаю. А, катсцена нужна. Мы на месте. Я чуть не спрыгнул. Осталось найти тот самый храм. А вот храм. Легче сказать, чем сделать. А, их да, несколько. Ты права. Может, мы... О, вот он. Вон, смотри. Вот этот? Тот, что в клубах пыли и пороховом дыму. Повезло. Нейт, там-то Лазаревич и засел. Нам лучше бы убраться отсюда как можно скорей. Ну, выбора нет, так? Рейк обнаружен в 8-м квадрате. А, черт. Может, это 9-й? Прочесать город, найти Рейка и уничтожить. Ах ты, черт. Все, уходим. Слушай, Нейт, пора идти. А чё бежать-то, видишь, они на нас не нападают. Ладно. Нет, давай на этом закончим, а следующую серию уже начнем с поездки. Большое спасибо, что вместе с нами проходишь Uncharted. Я и ты вместе поможем Нейтану пережить нападение, как это, врагов, воров, даже не знаю.